Всем привет! Буду ремонтировать Toyota Matrix. Итак, вот такой экземпляр попал мне в руки. Немного разбит. Значит, капот менять буду. Привезли бампер тоже. И крыло. Вот такой красавец. Стоит, нахмурившись. Под вопросом еще замена телевизора, потому что сейчас там полностью все не видно, но это потом определимся. Ну вот, разобрал машину. Как видите, лонжерончик мят конкретно, и вытаскиваем его для того, чтобы можно было вытащить двигатель. Потому что сейчас агрегаты зажаты. И нужно вытянуть все, чтобы не мешало. А серьезно мы к лонжерону подойдем, когда вытащим двигатель и будет все прекрасно видно. Вот смастерил такую вот хрень, чтобы при вытяжке не вырвать вот эти болты. А то обидно будет. Значит, и еще тяну столько, сколько позволит мощность моего стапеля. Итак, вытянули сколько могли, двигатель вынули. Вот наглядно сейчас видно, в каком состоянии лонжерон. Он и вверх задран, и согнут. Ну, короче, вообще его тут пиздят. Телевизор удалять. Боковинку придется равнять. Мой лонжерон что-то отравняется, а что-то буду уже сам мудрить, конструировать. Ну вот, повысверливал телевизор. Сейчас хорошие подходы к этому лонжерону. Как видите, он уже порвался. Боковинка в ужасном состоянии. Но вытягиваем, сколько позволяет мощность стапеля. Выше головы не прыгнешь. Собираем все заломы, насколько возможно. Вытягиваю боковинку, ее потом отсверлю и на столе выровняю. Ну вот, отсверлил боковинку. Сейчас горшочек надо подровнять. А чтобы его подровнять, надо опустить лонжерон. Вот. Наглядно видно, как уходят заломы и выправляется горшочек. Вот он уже в порядке. Ну и сейчас уже займемся конкретно вот этой фигней. Вот он, лонжерончик изнутри. Вот эти усилители я высверлю, потом обратно приварю. Ну а вот эту порванную часть придется смастерить. Значит, вот видите, току с нее мало. Вот здесь обрежу. И на своем гибочном станочке выгну. Ну вот, обрезал. Отсверлил. Подровнял. Приварил. Почти. Ну вот, сварил. Подровнял лонжерончик, зачистил. Ну и сейчас делаю сам лонжерон. Он, можно сказать, из двух частей. Вот это маленькая часть. Это для крепления балки бампера. Ну и сам лонжерон. Кусок.
делаю из миллиметра, и придется поэтому еще вставить усилитель какой-нибудь. Ну, вот так он будет выглядеть. Чуть-чуть, конечно, не оригинал, но кто не знает, не поймет. Сейчас выкручу лонжерон в плоскость, и можно дальше работать. Ну вот, примеряю кусок лонжерона моего, измеряю, ну и как выясняю, надо будет чуть-чуть подтянуть. Лонжероны сейчас освобождены и тянутся довольно-таки легко, поэтому проблем с ним нету. Вот, подтягиваем все. Вбок, вниз, вверх. И свариваю лонжерон. Точнее, часть его. Вот кончик сейчас обрежу, чтобы приварить крепление. Крепление к балке бамперов. Ну, вот так она будет стоять. А чтобы ровнее было, привариваю вместе с балкой. Ну вот, приварил. Сейчас приварю боковинку и буду примерять телевизор. Ну вот, примеряем телевизор. Смотрю все по уровню. Чуть-чуть приподнимаю. Ну и свариваю его. Вот он приваренный. Сейчас вставлю сюда усилитель дополнительный для жесткости. Приварю его и заварю заглушку. Ну, с лонжероном практически все. Сварочку сейчас подточим и будем примерять остальные детальки этого авто. Как ни странно, капот с крылом Тайвань подошли довольно-таки нормально. По фарам тоже можете наблюдать. Вот, и сварочных работ осталось только приварить вот это крепление крыла. Ну и тут бачок омывателя еще крепится, насколько я помню. Ну вот, все сварено, собрано. Зазоры в порядке. Можно опять все разобрать и покрасить внутренности машины. Вот. Зашпаклевываю сварочные швы, боковинку с горшочком, чтобы красивее выглядели, грунтую, накладываю швы, красить буду две стороны, чтобы одинаковые были по цвету. Вот. Ну и крашу. Вот что получилось. Сейчас просто-напросто ставлю двигатель, все собираю, навешиваю обратно капот с крыльями и буду красить. Это я обрабатываю мовилю, внутреннюю часть лонжерона и телевизор тайваньского. Уж больно они часто тут ржавеют. Ну вот, машина подготовлена и через час будет покрашена. Ну и вот результат. Вот такая красавица получилась. Значки клиент сам вставит. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был
Артур, не забывайте подписываться. До встречи. Пока.